Всем привет! Мы сегодня находимся в Суздале и решили, так сказать, воскресным днем выбраться на один денечек погулять. Мы уже были до этого в Суздале, мы были здесь зимой, мы обошли все исторические здания, Кремль, но сейчас решили устроить такую летнюю прогулку, и мы увидели, что в Суздале открылся новый такой, так сказать, арт-кластер, который называется «Мира». Они существуют с 2019 года, и они собираются реконструировать исторические помещения в Суздале, сделать такое современное арт-пространство, что-то очень напоминает ГЭС-2. И мы хотим посмотреть, что там находится, как происходит процесс. На их сайте написано, что через год у них уже все будет суперсильно до конца доделано. Поэтому сегодняшняя прогулка в Суздале, она посвящена скорее не истории, да, не историческим зданиям, а скорее вот этому арт-кластеру. Мы хотим все-таки посмотреть, изучить, что он из себя представляет. Пришли в арт-центр «Мира», посмотрим, что там находится. Здрасте. Ладно, пойдем туда, посмотрим, что там. А, можно туда, да? Класс. Да. Спасибо. Да, нам уже давно. Слушай, как будто и не в Суздале находишься. Слушай, у них выставка в туалете находится. Ну, то есть вот ты заходишь, смотри. Нет, правда. Ну вот, выставка в туалете. А, блин, я не смогла эту дверь открыть. Смотри. Типа смотришь вот так через песок. Правильно, продвижение же, поэтому... Место для чая. Фотографии, которые были сделаны в Суздале еще в 70-х годах. Смотри, прикольно. Группы движения. Мне нравится, как они придумали эту историю с тем, что вот эти вот фоточки черно-белые вставляешь через иголки в дерево. Очень клевая подача. Очень современно. Ну что сказать, довольно концептуально тут все разложено. По периметру валяются стекляшки. И это должно что-то все очень значить, что-то такое... Должна быть какая-то большая мысль в этом. Какая-то основная посыл. Вот должен быть какой-то, да? Вот. Вот мы и разгадали. Это все о движении. О полете мяча в окно. Ну, по мне, так концепция выставки довольно ясна. Вот как бы самовар, бабушка, прошлое поколение, тепло, доброта, вот это полено, деревня. Ну, то есть, по-моему, концепция прекрасно просто прочитывается, тем более это движение, то есть жизнь, вот она такая деревня, какая она есть. Вот такое вот небольшое выставочное пространство имеет арт-центр «Мира». Довольно интересно. Считаю, что есть к чему стремиться, что развивать. И мне, на самом деле, очень понравился посыл. Я сначала подумала, что я вообще нахожусь не в Суздале, а в какой-нибудь рядовой московской галерее. Так что ставлю класс. Ну, кофейня. Кофеек можно попить. Книжечки всякие продаются интересные. Одежда тут продается. Из дерева. Классно как. Типа диска такая. Да, поделки всякие. Вот смотри, сколько у них тут. Сувенирка всякая классная. При этом, смотри, выглядит достаточно аутентично. То есть видно, что как будто в провинции, типа, да, сделано, но при этом очень современно. То есть это не просто простые безделушки. Нет. Тебе идут. Вот зеркало. Как будто я прищурился одним. Да-да-да, другим нормально. Вот так выглядит двор в арт-центре «Мира». Если вы хотите посидеть в тишине, в предаться своим мыслям от городской суматохи, которая обычно творится в туристическом Суздале. Ну, кстати, может быть, так сказать. Да, кстати. Вообще, я считаю, что таких мест должно быть много, и они должны быть по всей России. Просто как бы ты приезжаешь в наши русские города, как бы ты видишь, по идее, одну и ту же картину, но вот таких вот центров их реально мало. Я считаю, что они должны развиваться, ну, как бы, не знаю. Мне лично интересно в такие места больше ходить, чем смотреть на одну и ту же архитектуру, которая у нас находится, в принципе, во всем, не знаю, Золотом кольце. Вот приезжаешь в каждый город, почти все одно и то же. Ради этого стоит развивать такие места, чтобы делиться своими впечатлениями, делиться творчеством. Ребята, посмотрите, какие здесь тачки. Винтажные машины, как я люблю, боже. Класс! Туда можно сесть, интересно? Блин, какая клевая машина. Посмотри на этот диван. Давай, короче, продадим нашу тачку и купим такую. Блин. Все, меня закрыли. Добил первую, а потом вторую. Мне кажется, она может на ходу жить. Ты сейчас просто уедешь. Слушай, она круче всех выглядит. Она наиболее новая. Да, я хоть в «Жигуле» хоть раз посижу. Я же в жизни никогда не сидел в такой... Где? В «Жигули». Как она? Чё, как это тут? Смотри, у нее вот эти штучки. Смотри, смотри. Это вот типа... Смотри, смотри, пластиковый, пластиковый. Вот так чуть тронешь, она уже все. Что за бред? Ну, это типа поворотники и стеклоомыватели, наверное. Не, ну это жесть. Слушай, такой баранку, конечно. Также в арт-центре «Мира» находится такой вот классный, локальный, под открытым небом концертный зал, где могут выступать различные музыканты. В общем, здесь даже стоит такое вот классное пианино, которое называется «Владимир», и Егор решил его протестировать. Интересно, в каком оно состоянии. О, очень даже неплохое состояние. Такой мелодии. Сейчас. Это из какого советского фильма? Закончить надо на мажорной ноте всегда обязательно, поэтому... Блин, что, ребят, что реально понравилось, это такой амфитеатр, в котором стоит живой инструмент, такие птички здесь кричат. И можно после экспириенса в ретро-автомобиле подойти к ретро-инструменту и поиграть в свою любимую ретро-музыку. Блин, на самом деле место очень классное, душевное. Здесь практически никого нет из народу. Вот. И вы можете чувствовать себя здесь очень спокойно, свободно, отдохнуть по-настоящему. За исключением вот этих проезжающих имбецилов. Но это ничего. Во всех местах есть отличившиеся люди. Вот. Здесь очень, так я говорю, культурное такое прям спокойное, приятное место, в которое хочется возвращаться. Вот. Оно очень мне понравилось, и особенно понравилось, что здесь есть живой инструмент, который настроен, который находится в хорошем состоянии. По сути, на нем можно даже давать концерты. Вот здесь людей сажаешь, вот так в ряд, и все. И с каждого по 300 рублей, как у нас в клубах любят. Ну, я бы и бесплатно играл. Здесь такая атмосфера, что прям хочется музицировать, хочется создавать искусство. Не зря тут столько картин, здесь выставки проходят. Мы еще, кстати, на лавочках разноцветах не посидели. Это вот в июне нарисовал художник. 22-го года, в июне 22-го. Стеша. Стеша, море, может? Нет? Непонятно. Мечтай. Виолетта. Как будто это дети рисовали. А как будто бы и нет. Как будто бы и не дети. В общем, если это дети, то это, ну, это как бы вундеркинд. Если это не дети, то это очень крутой закос под детские рисунки. Так что в любом случае это вин-вин. Мы, друзья, зашли в библиотеку. Что мне нравится, первое, что здесь есть кондиционер. Он работает, это сразу чувствуется. Второе, то, что здесь реально тихо. Может быть, кто-то здесь даже читает за этой бархатной вуалью. Ух ты, здесь еще и зал. Опа! Слушай, здесь вообще рояль стоит. Чего себе! Да, концертный зал. Такой небольшой, миленький концертный зальчик. Пульт Ямаха цифровой, TF3. Прикольно, прикольно. Айпад здесь лежит. Они, кстати, ничего вообще не скрывают. Вот, пожалуйста, техника лежит. Бери, кто хочешь. Ну, я не думаю, что здесь вообще кто-то это берет. То есть здесь все люди нормальные, наверное. Сюда люди нормальные приходят. Да. Можно послушать. Газеты свои собственные есть. Газеты. А видела там пластинки? С программой? Нет, не видела. Там эти лучшие итальянские песни здесь. Вот, пластинки. Эрик Клэптон какой-то, правда, почему похожий на него в любом случае мужик. Тут, наверное, пластинки можно. Тут можно их послушать, наверное. Кстати. Ужасные там стоят с этими. Да, животных не жалеют в последнее время. Я что-то смотрю. Какой-то колхоз. Все хуже и хуже становится. Так, ну что, пойдем? Пойдем. Подстрижена трава, а это такая резиденция больше для художников, когда вот какое-то определенное время года туда съезжаются, все косится, все подготавливается. А в обычное время их видно во время сплавов. У нас есть сплавы по Нерли, как раз вот идет территория вот этих вот арт-объектов, и идет как раз вот байдарочные вот эти походы суточные. Так, а если условно мы хотим прокатиться на этих байдарках? Можно попробовать, да, село Фомиха. То есть это туда нужно куда-то ехать, там нужно как-то заказывать тур, чтобы там... Нет, вы можете просто до них доехать. А, все, понятно. Но там будет трава. Там прям поле, просто будете ходить. То есть там прям селом, там тоже будет как бы такая вывеска «Мира» условно, мы туда придем, и там что-то будет. Без вывесок, вообще. Это просто село. Просто, короче... село и просто поле. Да. В общем, мы там сами должны как-то типа ориентироваться, искать вот эти скульптуры. Да. Понятно, спасибо. Я уже говорила, что в Суздале мы не в первый раз, мы были здесь зимой, но, честно вам сказать, летом здесь супер душевно, просто... Просто невероятно красиво. Здесь реально приятно находиться. Кстати, вот мы были в Угличе, и насколько там как бы скудно количество таких интересных мест, в которые можно сходить. А здесь вот очень ухоженно, очень какое-то все, ну, приятное. И... Да нельзя сказать, что мы здесь прям в каждое здание заходим, но здесь, понимаете, здесь чисто, здесь приятно находиться. Здесь все какие-то дома, они не как раздолбанные в Угличе, а здесь, ну... Реально супер все красиво. Ну, то есть, ну, да, ну, то есть есть, чтобы здесь посмотреть, вот, если вы хотите приехать в какой-то из городов Золотого кольца, наверное, советую приехать в первую очередь в Суздаль или во Владимир, потому что здесь, ну, как-то максимально все приятно для туристов. Вот, интересно, вы будете себя чувствовать здесь по-настоящему гостем, а не просто каким-то странствующим человеком, да? И можете зайти в такие интересные места, как пространство Мира, в котором мы сегодня были. Центр Мира — это не только то место, в котором мы были, это на самом деле несколько как бы мест. И вот здесь есть такая вот огромная афиша, которую мы нашли. То здесь есть несколько сел, да, несколько разных резиденций художников. То есть здесь есть несколько мест в самом Суздале, которые стоит посетить. Тут есть музей и несколько мест. Вот их тут почти около 10, но половина из них находится на реконструкции. И, как пишет на самом сайте, через год, то есть это все откроется, и до конца уже они все там реставрируют, реконструируют, и можно уже будет наконец-то все финально посмотреть. То есть мы сейчас тут прошлись и увидели, что действительно многие здания, они находятся на реконструкции. Но это здорово, то, что через год уже можно будет финально наконец-то посмотреть все самые топовые места, и наконец-то в Суздале будет современное, так сказать, арт-место. В общем, в картинную галерею мы не успели, потому что на ресепшене нам сказали, что она работает до 10 августа. Ну ничего, мы зато прогулялись по красивым местам. Тут вон чего стоит. Пройдешься, увидишь, как местные живут. Офигеешь. Сам себе местный колоритный аутдор-музей. Тогда поехали смотреть художников. Надеюсь, хотя бы на них. Но как бы ты должен пройти такой определенный челлендж, чтобы все это найти. Если в Николе Ленивце там все как бы понятно, ты видишь, куда идти, там все довольно очевидно, там все очень благоустроено, то здесь она сказала, что нужно будет как бы постараться это все найти. Вот. Поэтому я надеюсь, что мы успеем, потому что сейчас уже 7 часов вечера, и сейчас уже август, вечереет довольно рано, и нужно реально это все успеть, а нам еще час ехать до этой деревни. Ну что, Егор, как тебе дорога нынешняя? Ну, в общем, здесь ехать-то недолго. Получается, что последняя часть дороги протекает по такой очень проселочной дороге с выбоинами, с такими ямами. А что будем делать, если застрянем здесь? Ну, село-то вроде рядом, добежать, если что, сможем. Короче, музыку послушаем сначала. Нам нужно как на соревнованиях в Америке вот эти вот с огромными колесами. Ну да, судя как куда мы едем. В няньках, которые... О! Ну, типа, проем чуть-чуть, если там будет совсем плохо. Ты это сказал 30 минут назад. Слушай, а там, вон, смотри, какие-то дома начинаются. В общем, друзья, приехали мы в село Фомиха, оставили тачку здесь. Решили пройтись пешком, посмотрим, что там вообще будет. Найдем ли мы вообще что-либо. 750 метров еще идти. Какое-то поле. Я вот пришла в это село Фомиха, здесь ни хрена никаких скульптур нет. Здесь... Бабушка какая-то. Нет, на машине нет. Вон, женщина, иди, подойди, спроси у меня. Церковь? Да. Церковь. И вот вы видите прогон от нее вот сюда к реке. Ага. К реке. Они там на острове Да, они на острове. А, как-то доплыть надо как-то, да? Да нет, остров-то этот самый. Спасибо. Спасибо, что подсказали. Кто же вас направил? Ну вот центр вот этот Мира как раз. Вот... Там музеи у них вот всякие. Да, как раз вот. А с какой целью-то вы хотите? Посмотреть. Просто... Мы интересуемся. Мы из Москвы просто вообще. Да, понятно. Поэтому... Слушайте, ребята, ну вот смотрите, сейчас вот 8 и... 15 минут 9 уже темно. Ну да, поэтому можно поторопиться. Спасибо. Церквушка здесь заброшена. Ну таких, кстати, много очень по всей России. Здрасте. А вы не подскажете, как спуститься к скульптурам? Там остров такой есть на реке. Ну, через прогон вот здесь можно, то потом пройдете по берегу реки. Вот здесь, да, можно спуститься? Конечно, да, тут можно. Ага, спасибо большое. Так, где же наша скульптура? Что, туда, что ли? Хрен знает. Какая здесь нахрен резиденция? Здесь нет никакой резиденции. Здесь бабули обычно живут в СНТ. Резиденция художников. Резиденция бабушек. Ты не ругайся зря. Может быть, мы сейчас как раз таки и заметим. И увидим всю красоту этого места, этого великолепия. Туда? Я не знаю, я же говорю. Ну, скорее всего, да. Ну, ё-моё. Мы уже тут минут 15 ходим, что-то ничего не можем найти. Ну, вот это больше похоже на остров. Вот этот остров, он находится слева от нас, о котором нам рассказала женщина, но походу здесь там все заросло. Здесь не видно ничего. По траве надо какой-то густой идти, чтобы что-то увидеть. Нет, чтобы что увидеть что? Я даже не понимаю, где это. Тут вообще это даже не видно ничего отсюда. Я расстроилась из-за того, что здесь нет никаких скульптур. Мы ехали целый час по Unpaved Road. Угу. И это просто адище. Я не понимаю, почему здесь ничего нет и почему нам столько людей объяснило, как сюда ехать. В итоге здесь ничего нет. Мне кажется, я вижу что-то. Вот это поворот! Да-да-да-да-да, вот они. Неужели? Беги в лодку, да. Беги. А ты уже вон говоришь, домой, домой, все. Нет, друзья. Вот. Конечно, отсюда... Не, отсюда, кстати, нормально их абсолютно видно. Может быть, не так крупно, как хотелось бы. Вот как художники обрадуются, когда увидят, да? Какой мы путь проделали, чтобы увидеть их работу. А там еще какая-то есть деревянная штука. Попей воды. Попей говна. Девиз нашей поездки сегодняшней. Слушай, какой-то тур у нас прям смешной получается. Музей второй закрылся раньше времени. Здесь скульптуру мы нашли только к 9 вечера. Я просто похлопаю. О, я вижу. А, вот какая штука, да. Господи, ну вот ради нее мы сюда и ехали. Не, не только. Вон эти ради камешей тоже. Вот такая вот штука ребристая. Не, это точно арт-объект. Это 100%. Ну да, это да. Это не может быть просто. Это арт-объект. Вот этот арт-объект стоил нам 2 часа от Суздаля. Не, ну, кстати, мне нравится. 100% здесь есть какой-то смысл за этой всей штукой. Мне кажется, надо как будто вот отсюда смотреть. Мне кажется, здесь просто выцвело. Ой. Мне кажется, она направлена либо на восток. А, кстати, запад там получается. Может, это солнце было? Может быть, это как бы, знаешь, когда на восходе она должна как-то блестеть. Вполне вероятно. Но мы уже об этом никогда не узнаем. Как мы не узнаем? Никогда не узнаем. Не, на самом деле, мне понравилось реально. Я вот люблю попадать в какую-то задницу, в какие-то путешествия такие вот. С одной стороны, нелепые, но с другой стороны, потом ты вспоминаешь такие моменты всю жизнь, и тебе становится прикольно от этого. И на самом деле, вот эта вот скульптура, это та скульптура, это все не важно. Важен экспириенс, который вы получаете, приехав сюда. Что здесь вот поле, просто ничего нет, никого нет. Вы смотрите на эти скульптуры в одиночестве. И вы вот... То, что вы чувствуете, оно навсегда остается с вами. То есть никто не мешает вам, да, прочувствовать это искусство. Как, например, в музей вы приходите, там куча людей, там толпа народу, а здесь вы одни, наедине с собой. И мне кажется, что это тоже имеет какое-то воздействие на то, как вы будете воспринимать художественное произведение. Ну да, у них же, типа, девиз даже «Единение с природой», приезжаешь как бы и, по сути, просто наслаждаешься в кругу природы. Да, да, да. Творчеством, искусством. Здорово. Вот сейчас мы с вами прощаемся. Говорим вам до свидания. До скорых встреч. До скорых встреч. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, как всегда, чтобы у нас был актив, тра-ля, чтобы 100 тысяч просмотров, миллион просмотров. Если это видео соберет 5 тысяч лайков, то мы... Что мы сделаем, Влад? Мы снимем... Мы поедем в какую-нибудь жопу опять. Делаем обзор на... новооткрывшийся магазин «Вкусная точка». Магазин, ресторан, извиняюсь. Сегодня мы заказали 2 двойных чизбургера и 5 стрипсов. Можно сказать, что рецептура не особо изменилась со времен Макдональдса. Та же глянцевая булочка, те же 2 котлетки тоненькие. Вот. Какие-то элементы есть присутствие овощей, соус сырный, кетчуп. Ну, в целом даже очень неплохо. По вкусу съедобно. Я не скажу, что я фанат фастфуда. Так раз в пару лет захожу. Вот. Ну, Влада, да, она чаще, конечно, гораздо. Она там как вот на работу ездит, всегда заходит. Поэтому что врешь, надо сначала... Ну, как твои впечатления? Вообще, говядина как будто другая. Ее как будто реально пожарили. Реально другая. А сырный соус, все то же самое. Ну, то есть вот ощущение говядины как будто другое. А упаковка? Ну, дерьмо полное, конечно, дизайн. Вот, смотри, замазано, буква М.